Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас 23 июля, суббота. И Лёша уже приехал с работы. Всем привет! Мы собрались в город. Там кое-что нам купить надо. И, может быть, где-нибудь погуляем. А как начался мой сегодняшний день, я вам сейчас повставляю видео. Ну, оставайтесь с нами, и вы увидите, как мы проведем этот день. Вот такой вот у нас лук сегодня. Поехали! Я сегодня с утра решила пожарить блинчики. Вот сейчас я намешиваю тесто для блинов. А с правой стороны у меня стоит ковш с молоком. Я хочу сварить себе манную кашу. Вот такое вот у меня утро. Точных пропорций, чего и сколько я добавляю в тесто, я вам подсказать не могу, так как все время у меня выходит по-разному. Но вот сегодня, например, у меня 700 миллилитров молока, 4 яйца и 1,5 ковшика муки. И также я еще потом добавлю 1/2 чайной ложки соды. И еще в тесто я добавляю всегда растительное масло. Но на сковороду не добавляю. Добавляю только при жарке первого блина. А потом уже жарю на сухой сковороде. Ну, тут у меня уже сварилась моя каша практически. А вот я все время покупаю манную крупу сорт Т из твердых сортов. А вот и также я добавляю еще в кашу сливочное масло кусочек, а и сахар. Блины я сегодня хочу приготовить с творогом, поэтому сейчас вот в творог я буду добавлять сахар и сметану. Замешаю такую начинку и буду заворачивать блинчики. На момент озвучивания этого видео мы уже всей семьей попробовали эти блинчики. Получились очень вкусные.
Ну все, блинчики с творогом я сделала. Вот сколько у меня получилось. Будет моя семья сегодня блинчики кушать с творогом. Вот такая вкуснотень. Заехали в городской парк. Тут у нас около фонтана танцуют. И мне кажется, там танцует клуб, в который мы раньше с Лёшей ходили. Вот смотри, в белых брюках, это же Фёдор. По-моему, да. Да? Ага. Не знаю, возможно, мне выставят авторские права, и мне придется наложить какую-то левую музыку. Либо я буду много говорить, но посмотрим. Сейчас вам покажу чуть-чуть. Там наши преподаватели танцуют. Ну и не только преподаватели. Вот я вижу Фёдор с девушкой с какой-то танцует, да? Да, наш преподаватель. А жены что-то его не вижу. А вон и жену его вижу, да. Это наши преподаватели, муж с женой были. Фёдор и Ольга. Хорошая такая семейная пара. Но мы не смогли, к сожалению, совмещать танцы и работу. На тот момент мы работали, и я, и Лёша, и мы не могли совмещать. Вот в белых брюках мужчина, это вот преподаватель наш. Это Фёдор, а вот это стоит Ольга, его жена. Вот они нам преподавали танцы. Из нашего класса никого, да? Она никто не ходит. Где он постоянно, всегда, всегда вечно в компании. Ехать тоже занимается.
поздоровались с преподавателями. Они нам предложили потанцевать, но нет. Много времени уже прошло. Наверное, год два, да? Мы уже год два не ходим на танцы. Все забылось. Да, все забылось, да и как-то желания нет. Всему свое время. Видимо, сейчас не время. Ладно, поедем сейчас в жарпицу съездим, кофейку попьем с пиццей. Мы сейчас были... заезжали в магазин, купили табак для кальяна. И в маяк заезжали в магазин, взяли арахис сахари, который в прошлый раз брали. Я Лене кулечек делаю, бумажное насыпаю, она там на работе перекусывает. Ну, или где-нибудь в дороге перекусывает. А вот, взяли две баночки. А что мы еще взяли? А, еще взяли щербет попробовать. Вообще, нам больше нравится щербет, который в Европе продается. Но что-то мы туда в последнее время либо не попадаем, либо щербета нет, да. Поэтому взяли в маяке. Ладно, поедемте кофейку попьем в жарпице. А, можно, кстати, поехать в жарпицу, которая на этом... Которая на Алроса. И Людку можно с работы забрать. Давай. Нам же все равно в какую жарпицу. В общем, поедем в жарпицу, которая на Алроса. Попьем там кофе с пиццей и заберем мою тетю с работы. В общем, вот так. Поехали. Вот такие у нас покупочки в магазине Европа. А, вот это, кстати, мы купили в маяке. Щербет арахисовый. Мы такой не брали. Вот решили попробовать. Мы вообще в Европе все время покупали. Но сейчас что-то его давно нет. Мы взяли в маяке. Попробуем. А в Европе вот это мы взяли. У нас, значит, тут какие-то фрукты такие интересные. Похоже на абрикос-дичку. Называется абрикотин. По 270 рублей за килограмм. Не знаю, что это за фрукт такой. Абрикотин. Первый раз вижу. Сливу взяли. Аленка под 90, ну, по 100 рублей, короче, 99-99. Это слива Аленка, а это просто красная слива. Тоже по 100 рублей за килограмм. И вот такие сосиски взяли. У нас Лена частенько любит такие. Ну, не такие, а вообще она иногда ест сосиски. С макаронами, с чаем. Взяли вот такие. И взяли с сыром. Вот. Вот все покупочки у нас на сегодня. Ну и закончен сегодня наш влог, потому что время уже 10 часов вечера. Уже ничего интересного происходить не будет. Так что закончим сегодняшний наш влог. Хочу вас поблагодарить всех за то, что вы меня смотрите, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое вам спасибо. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока!